Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Сегодня я расскажу о чудесном средстве, прекрасном рецепте, если у вас проблемы с потливостью ног, а также с неприятным запахом. Как правило, такое происходит у мужчин, но очень редко такое может быть и у женщин. При возникновении первых признаков грибка, а также если чрезмерно бактерии размножаются на ногах, и вы ничего с ними не делаете. А также, если ваша обувь, в которой вы ходите, уже кишит этими бактериями. То есть обувь обязательно тоже продезинфицируйте, если это кожаная какая-то обувь. Если это кроссовки или что-то подобное, необходимо хорошо их постирать в порошке. Есть даже специальные спреи, другие различные вещества, которыми дополнительно можно продезинфицировать обувь. А также сегодня расскажу, как правильно поработать с вашими ногами, чтобы все бактерии умерли, никакого запаха не будет, естественно, уменьшится и потливость ног. Способ и этот рецепт очень простой. Необходимо взять, что-то подобное миске, желательно, чтобы оно было поменьше. Набираем воду, вода должна быть еле-еле теплая. Примерно 30-34 градуса. Такую процедуру необходимо желательно делать 3 раза в день, если вы находитесь дома. Если вы работаете и приходите только вечером домой, естественно, приходите домой, хорошо моем ноги сразу же. И это нужно делать всегда. Если холодно, одеваем носочки. Если не холодно, просто ходим босиком или одеваем тапочки. Вечером перед сном, буквально за 20 минут, и делаем себе такую процедуру один раз в день. И так нужно делать как минимум неделю. Но уже после первого-второго сеанса вы увидите улучшение, если будете делать так, как я скажу. Итак, у нас вода набрана, все. Теперь мы покупаем в аптеке наше чудесное забытое средство. Называется оно фурацилин. Это таблеточки желтого цвета. Вот так они близко выглядят. То есть, если вы налили сюда 3 литра, значит 3 стандартные таблетки фурацилина. Их необходимо предварительно растолочь, так как он очень трудно растворяется. И этот порошочек уже всыпайте в воду. Хорошо быстро все перемешали. И тогда просто чистые ножки, чистые. Перед процедурой еще раз их идеально помойте с мылом. Ставим в нашу емкость с раствором уже фурацилина. Вот и все, будьте здоровы.